И почему же Роскомнадзор стал так ненавидеть анимешников? Жили себе спокойно, никого не трогали. Как мне все это надоело. Wake the fuck up, самурай, какого хуя прохлаждаемся? Ну серьезно, Санек, аркановцы опять на нас напали, кто командовать-то будет? Анархия. Я не вернусь в Антейку. Алло, придурок, мы теряем наших людей, а ты тут шутки шутишь? Или тебе напомнить, за что мы вообще сражаемся? Бля, послушай, меня так заебали эти бессмысленные бойни с РКНовцами. Все равно всех анимешников рано или поздно поймают. Поэтому я покидаю пост командующего. А, понятненько. Ну мы тогда без тебя добьемся второй сезон Необъятного океана. Так, где ты там говоришь, на нас напали? Так, вверх-вверх, низ-низ, вправо. Ага, бессмертие активировало, должно сработать. Ой, блядь, кажется, котлетки были лишними. Внимание, балбесы, всем приготовиться к десантуре. С днем рождения, Саня! Ну все, вырубай. Ты еще что за полурак, полухуй? Ну че, отбросы общества, вы готовы в очередной раз соснуть хуйца? Ой, мальчики, держите меня семеро, я ж ёбнутая! Ну че, погнали нахуй! Анархия, ты парашют забыла! Че говоришь, тут со связью проблемы! С башкой все в порядке? Да нет. Ну чё, идем спасать нашу подружку синюю? Ну походу да. Синяя! А может хуй с ней, я погляжу ей без нас хорошо? Ого, блять, выжила? Ну вы мужики или кто? Почему я все за вас должна делать? Ребята! О, здоров, Анархия! Ага, и тебе привет. Тебя как вообще поймали, подружка ты моя? Да мне какой-то араб в Тиндере написал «Nice buddy, can we meet?» Ах ты шлюха! И чего же этих придурков приспичило пойти в караоке, не пойму. Анархия, хочешь прикоп? Ты ведь хотела сказать прикол, да? Охуеть, смотри, микрофон! Умоляю, только не пытайся в него петь! Нихуя себе, блядь. Всем привет, остальным соболезную. Ага, привет, солевая. Все еще на питерском диалекте говоришь. Слышь, синяя, поработай-ка транслейтером. Ой, девоньки, так давно не видели с вами. Ну давайте, рассказывайте, как у вас дела, как там с мальчиками. Ты ее реально понимаешь или как узбеки прикалываешься? Так, розовая, либо ты идешь с нами спасать анимешников, либо мы их с тобой идем спасать. Пряники! Сушки! Нормально переводи! Хорошо, я пойду с вами, но только у меня есть одно условие. Я тут аскорбинок наготовила, не хотите попробовать? Ой, как все это незаконно и подозрительно. Ну да ладно, не будет же она нас травить. Спят усталые игрушки, книжки спят. Добро пожаловать в наш БДСМ-клуб. Девчат, а это точно KFC? Молчать! Ну ладно, давайте пока на сватоксный дядька не отстропонил, сыграем в суефа по-океански. По-океански? А как это? А, вы ж новички, ну ничего, сейчас все узнаете. Так вот, где прячется Санек со своей компашкой. Сейчас я покажу этим анимешникам, когда рак на горе свистнет. Или где крабы зимуют. Да похуй, короче. Да хорош уже, я вам чё, колокольня, чтоб в мои колокола бить? Милиция! Милиция! Вы к нам пришли, верно? Подождите немного, у нас клиент еще в сознании. Ах ты ж сука, да почему он, а не я? Мерзкие вы анимешники, всех вас перебью! Как же меня достал этот яйцеголовый. Да, розовая, как же я тебя понимаю. Нихуя себе, мы чё и так можем? Блять, а почему я стою раком и меня заливают чем-то белым? Совместная техника, Паша, техника! Сейчас тебя укусит комарик. Чё, закибербулили тебя, петушок? Ну давай, иди поплачь, что ли. Кто еще из нас петушок, дырявый анимешник? Ну тебе ж пробитие сделали, а не мне. Сука. Раз такое дело, придется мне самой с вами разбираться. Что? Пайпер из Brawl Stars? Ну, во-первых, Мэри Поппинс, а во-вторых, за Пайпер сейчас пояснишь, гондон. Кого я себе возомнил, Акуза?
Ромка Гуслев. Да похуй, мужики, у нас пляжный эпизод. Ну, это как еще посмотреть? Скорее канализационный. Но это не важно, вы лучше посмотрите, какой у нас фимбойчик есть. Папа, ну где наши алименты? Ебать, база! 10 PDF-файлов Гриффиндору. Ну, наша стероидная тоже неплоха. Утром на зарядку бегит, куриная грудка с макаронами есть каждый день. Бля, я не понимаю, это обязательно было вставлять? Ну, вставлять не обязательно, а вот смотреть надо. Сука, розовая со своими солями уже достала. Кто-то сказал солями? Ой, помолчи. Ты и сам выглядишь как галюны от чего-то тяжелого. Йоу, hello, my friends, анимешники. Я совершенно не подозрительный мэн, которому можно доверять. Ну как можно не доверять человеку, который все про вас знает? Ты, например, homeless? Ты дешевый косплей на Darkness? А ты, Bird. И не спрашивайте, откуда я знаю, кого вы ищете. Да мы здесь просто гуляли так-то. Поднимайтесь на 5th этаж, Геффер уже ждет вас. Это и есть тот самый Геффер? Аська. Колбаска. Охайо. Фига у тебя тут приколов, дедусь. Да, это все мое. Дед, это что такое? Калькулятор. А это что? А это я хуй знает. Губубу. Правильно, а где еще бывают самолеты? Конечно же, варта. Да вы че, ребята, конечно же это прикол. Какой, блять, вар... Ты... Я забыл, что сказать хотел. Губубу. И чё это за херня, дед? Да это и не моё вовсе, клянусь. Вы это, лучше вон гляньте, чё у меня есть. Ого, так ты тоже на аниме девочек дрочишь? Так, стоп, секундочку, эти трое вам никого не напоминают? Друзья, значит запомните главный закон диалектической логики. Нельзя пить воду, потому что в ней рыбы ебутся. Вот такие дела. Алё, Шизик, ты с кем разговариваешь? Ты вообще в курсе, что у тебя концерт через 2 минуты? А сейчас на сцене человек, который начинал с самых низов, где он, впрочем-то, и остался. Величайший музыкант и исполнитель, успешно скрывающий все свои таланты. Да короче, нахуй я его вообще представляю, вы и так знаете, кто это. With your feet on the edge, your head on the ground. Twice, trick and spin it. Yeah, your head will collapse if there's nothing in it. And you ask yourself, where's my mind? Where's my mind? Ух ты ж, ёпта! Ой, бля! Так, всем, кто выжил! Следующими на сцене выступает группа Free Girls One Mic. Альтушка с госуслуг, их получит каждый скуф. О, альтушка с госуслуг, и не надо мне подруг. Жду альтушку с госуслуг, слышу я прекрасный звук. О, альтушка с госуслуг, их получит каждый скуф. О, альтушка с госуслуг. Ну как, Санечка, понравилось? Походу я наконец нашел смысл жизни. Ага, осталось только танки тебе скачать. А вот и альтушечка твоя подъехала. Ну чё, Санек, поиграл в главного героя, и хватит. Девчонки, да что с вами такое? Ну ты и лох, Санечка, твои подружки за кислые мармеладки продались. Да вы просто дуры поехавшие. А если я вам скажу, что Егор Калетов это просто шизик, а не философ, то чё, убьете меня? Ну, в общем-то, на этом хотелось бы закончить. Всем спасибо за то, что посмотрели данный видеоролик. Подписываться не обязательно, лайки ставить не обязательно. Как говорится, счастье, здоровье... Блядь, чё я несу вообще? Как говорится... Да, блядь, да чё говорится? Я какой тупой. Как говорится, здоровья погибшим, всем пока.